Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вторник, 8 часов вечера, и мы начинаем прямую трансляцию турнира «Бильярдные звезды Петербурга». Трансляция подготовлена командой Лиги любителей бильярда, и комментировать эту встречу сегодня будут Александр Липустин и Александр Теркин. Здравствуйте! Сейчас я передаю микрофон. Да, добрый день, Александру Теркину. Уважаемые слушатели, зрители. Добрый вечер, точнее, любители бильярда. Ну что, в очередной раз вот мы уже собираемся для того, чтобы обсудить тонкости игры звезд бильярда Санкт-Петербурга. И сегодня вот два замечательных игрока, два замечательных спортсмена будут перед нами выступать. Я так же, как и вы, Александр Иванович, знаем этих игроков не понаслышке. Да. Они тоже достаточно легендарные. В общем-то, как Андрей Коптев, да, это один из первых тренеров Петербурга. Да нет, он самое главное, что Коптев-то это знаменательный человек с точки зрения истории. Значит, Федерация бильярдного спорта была организована в ноябре 89-го года, или 88-го, подожди, уже не помню, сейчас точно. 25 лет это было. Да. Ну, в ноябре, значит, и вот первый официальный чемпионат Ленинграда проходил. Коптев стал первым чемпионом Ленинграда по русскому бильярду. У меня даже есть эта запись. Да. Там в архиве. Это знаменательная штука. А Евгений Жилдин тоже знаменательный человек исторически. Это первый мастер спорта международного класса в Питере среди женщин. Вот. Она заняла третье место в мире. Получила мастер спорта международного класса. Интересная игра получится, интересно, потому что встретились современная школа и, так сказать, школа того времени. Да, но на мой взгляд, Андрей Коптев, он тоже играл всегда в такой динамичный бильярд. Ну, активный атакующий бильярд. Ну и умел здорово держать шар. Вот, наверное, с этой точки зрения нужно начинать, да. Что, в общем-то, все-таки у него игра более классическая, так его можно назвать, наверное. Потому что она была рассчитана на те правила, когда он воспитывался, когда он учился играть. Сейчас правила изменились, конечно, они позволяют играть более раскованно и свободно. Они, скажем, даже так не позволяют, а заставляют играть. Ну, заставляют. Более динамично и раскованно. Иначе не забьешь, не успеешь. Да, просто сказать, не хватит времени. Все верно. Посмотрим, в общем-то. Я думаю, что Коптев будет вести такой очень душный бильярд, так можно назвать. Потому что... Интересно очень. Я играл сам с ним неоднократно. Очень интересные воспоминания у меня остались хорошие. Я даже когда-то помню те первые свое время увлечения бильярдом, когда я приходил в клуб «Леон», и он там вел выходную школу. Для меня это было открытие, конечно. Вот тогда я подсматривал, подслушивал, что-то делал. Потом я вот на этой школе уже через несколько месяцев занял первое место в турнире Андрея. И дальше уже стал
серьезно заниматься. Ну, да? Самостоятельно, да, скажем так. Ну, хотя я сразу же начал самостоятельно заниматься. Ну, в общем, сейчас речь не обо мне в любом случае, а мне было очень интересно наблюдать, как группы людей, вот такой же подход, очень похожий у Володи Аверьянова, собирать большое количество, как бы, слушателей. То есть помимо индивидуальной работы, соревновательный процесс, он как раз позволяет быстрее. Да, и мы здорово, мы учились, это было интересно очень. Я могу вспомнить такую еще вещь. Что вот я, например, с Коптевым познакомился еще до, ну, так сказать, официальных соревнований и прочего. Значит, когда-то он был маркером в Доме кино. Там стоял всего один стол. В Доме кино? Да, в Доме кино. Значит, это где кинотеатр Родина, по-моему, да? Вот там в подвале стоял один стол. Там частенько приходили поиграть, там Ясан такой, режиссер, вот. Потом сценаристом Гиппилс такой был, помню, очень, сценарист. Очень интересно. Вот. Мы там играли в колбасу, такой, ну, вот. Ну, Андрей там, в общем-то, на этом столе, конечно, был, имел большое преимущество, я тогда еще. Но вообще скажу, что я с Андреем играл крайне редко и, так сказать, очень сложно сказать, что, так сказать, я ему в основном всегда проигрывал. У меня не хватало терпения, так сказать, вот выкатывать каждый шар. Ну, сейчас не знаю, сейчас, наверное, проиграю сразу. Можно сказать, так выдушивать. Вымораживал каждый шар такой. То есть настолько вот вести позиционную. Нет, он четко играл совершенно, что академически, понимаете, так сказать. Вот. Импровизаций максимально мало. Только, так сказать, вот. До верного, до реального, строго по отыгрышу, никаких, так сказать, бросков там или еще чего-нибудь. И сложно поймать человека, когда. Ну, в этом есть своя прелесть. Да. Ну вот в современном бильярде это не совсем помогает, потому что одна-две ошибки, и человек, который кладет, он сразу имеет трудность. То есть он может быстро убежать, а попробуйте потом в такой игре. Да, и причем 3-4 шара выкатать, так сказать, свое преимущество опять сделать. Да, это очень сложно. Да, и причем, скажем, сильно активный удар, это 50 на 50, будет подставка, не будет после этого, да, если он не удастся, допустим. А все-таки ты, имея хорошую кладку, то есть ты свои шансы на победу увеличиваешь, ведя агрессивную атакующую игру. Было такое понятие раньше, значит, ну сейчас, может быть, тоже оно существует, что лучше, говорит, отдать шара в нападении, чем в отыгрыше. В нападении у тебя есть шанс забить, в отыгрыше никакого шанса забить, но отдать ты можешь. Вот. Без заказа. Вот сейчас интересный удар Андрей сделал. Ну, по отыгрышу, опять-таки, свой под контролем четко. Но он считался или он забил, заказал? Забил от шара, и я думаю, от шара он не чист, не заказной, поэтому выставляется. Ну, я говорю, что здесь вот... Что будет Евгения сейчас в такой ситуации делать? То есть особых ударов нет, кроме одного, как вернуть шар. Ну да, наверное. Тут единственный вариант свой. Тут было бы интереснее вообще биток вот сюда в кучу, например, привести. Это было бы. Ну так тоже ничего. От кучи отыграться сложно, накатить нельзя. Значит, надо сделать два борта как-то. Вот он развел шары. Теперь вопрос, что будет. Ну вот, кстати, играется шар. Что-то будет, да. В угол. Чужой в угол. Да. Просто как? Другое дело, что сложно своего оставить. Ну, не сложно, но, в общем-то, обязательно надо оставить. Это может быть распускать своего в игру? Это надо быть уверенным на 90%, ну, хотя бы на 80%. Если она уверена, то... Мастер спорта международного класса все-таки. Я надеюсь, что забьет. Кто еще? Да. Все правильно. Вытягивает биток на игру. Ну и вообще премия есть, по-моему, стоит там премия. И свой, и чужой вообще. Да, и чужой в середину. Ну а как вот, с чем это связано, Александр Иванович? Вот да. Сейчас что, лузы расширили? Что? Ну динамика такая. То есть раньше столы были по... Вообще я могу рассказать это. Раньше... Чисто технически. Да, очень интересно вот ваши комментарии. Мало кто знает это. Значит, во-первых, начнем с того, что сейчас резина применяется пуловская. И никогда такая резина в русском бильярде не применялась. Она очень мягкая. Не только. Не и только. Она имеет другой профиль.
Значит, почему? Потому что эта резина рассчитана на шарик намного легче и, так сказать, меньшего диаметра. Угу. Большой шар, естественно, плотность резины рассчитывалась для плоских столов. И ее использовать начали только потому, что она самая дешевая. Вот. Значит, столы снукерные, как вы понимаете. Да, стандарт снукерный. Да. Вместо русского они неправильные. Да, они неправильные, да, я согласен вот с вами полностью. Я, ну, вы знаете мою коллекцию антикварных бильярдов, да, да, да. И поэтому они в сравнении не идут. Что происходит? Значит, во-первых, эта резина заужает. То бишь, все знают, что угол падения равен углу отражения. На этих столах этого нет. Что происходит? Шар тяжелее, чем необходимо. Когда он под 45 ударяется в угол резины, ну то есть в саму резину, перед шаром происходит наплыв резины. И отскок происходит уже не 45 градусов, а 43-40 градусов, 42, понимаете? Вот. Второй вопрос. Значит, вот если применять русскую резину, а русская резина, она трапециедальная, с компенсационным отверстием внутри. Так, да. А здесь его нет. Так вот, компенсационное отверстие позволяло на той резине, она по объему такая же. И, может быть, по, ну, как бы, по ее упругости она может быть такая же даже. Угу. Но сама физика резины позволяла играть, и там получалось именно 45 градусов. А как давно вообще перестали выпускать эту русскую резину, и куда она делась, почему она ушла? Значит, она выпускалась только на красном треугольнике. Угу. А он не был продан? Мы даже заказывали шайбу специально для вытяжки этой резины. Угу. Это было начало 90-х, самое начало. Потому что тогда столов вообще не было, и производство было кустарное. Значит, сукно брали на комбинате Тельмана, резину заказывали на треугольнике. И она, в общем-то, работала правильно достаточно. Но она была кривоватая. Так давайте там шлифовали и прочее. Откуда вот эти нормы, стандарты? То есть вы как-то где-то... Ну, видите, в чем дело, что сейчас уже изменить очень сложно. Вся Россия играет на таких столах. Вы понимаете, там тысячи столов поменять, заставить поменять. И здесь получается такая вещь, что вот мы сейчас, имея лузу угловую, там, допустим, 74, да? Я уже не помню сейчас точно. По стандарту 74. 72-74, ну, да. Ну, в этих пределах. Зазор. То фактически мы имеем лузу почти 80. Почему? Я объясню. Поскольку резина острая, то есть это угол же острый. Понимаете, если ее так в разрез резины сделать, это треугольник. Просто треугольник с выемкой компенсационной. А трапеция, она более большей площадью отражала удар. Здесь угол, ну, пятно соприкосновения с резиной вот этой треугольной намного меньше, чем трапециедальной. Так, а что, шары как бы глушились на ударе? Нет, так вот, да, вопрос, как забивать, почему забивать легче на этой резине? Я наспор ставил почти на 5 сантиметров на борт шара. Вы понимаете, что по борту играть шара же невозможно вроде. И он падал все равно. За счет чего? За счет того, что она не имеет... Она проминается. Давится, да. Она давится, потому что площадь, вот, объем резины меньше, ну, чем вот, на нашей резине. На вот в чем весь вопрос-то сейчас и состоит. То есть в какую сторону вообще вести развитие? Что если обсуждать мировые процессы развития бильярда, понять вообще, что такое в принципе русский бильярд? Что это за... Ну, во всяком случае, сейчас русского бильярда почти не осталось. Как сказал вот один известный тоже игрок, Левитин, когда вот мы к нему в гости ездили и общались, значит, ну, предлагали там открывать музей русского бильярда, истории какие-то там рассказывать. Врач, он сказал, да вы что, русский бильярд, ну какой, ребята, это спорт, ну какой это спорт? Это же русский бильярд для того, чтобы придумали, чтобы более слабых для лохов разводить. То есть, все понятно. Ну нет, я не согласен с этим полностью. Я тоже не согласился. Да, потому что ну, тогда, когда вот начало 19 века, мы знаем, это примерно период появления русского бильярда, а где-то еще в конце 18-го он уже наверняка существовал в умах, скажем, а может быть даже и на столах. Сначала идея вынашивалась, потом она появилась. Вот почему появилось такое? Никто ведь не знает до сих пор. Никто не нашел ответа. Ну да, в общем-то, исторически не доказано. На этот вопрос. С чего вдруг появился именно такой бильярд, да. То, что
по подозрению, в общем-то, Петр ты привез, наверное, карамболь. Нет, конечно, всего. Петр первый, это труктофель, да. Это ну, потом да, карамболь, это совсем не то. И 17 век, это другие бильярдные. Но вот в Ломоносове стоит стол. Это же... Да, китайский дворец. Да, но он же уже лузный. Хотя на нем табличка 714 года, 714, mm-hmm. это уже ну, примерно близко к эпохе Петра, да? Ну да. Он лузный, но я подозреваю, что его вот уж в советский период, скорее всего, видоизменяли. Вот эти вот старые столы не сохранились. Я mm-hmm. сколько искал, интересовался этим вопросом. Mm-hmm. Они нигде не сохранились. Ну, вот единственное, что опять-таки обращаемся в Европу, во Францию, в Академию бильярда, там, вот, где я там только не был, uh-huh. смотрел тоже старинные столы, старинные карамболи, в Лувре там очень много столов старинных, uh-huh. инкрустированные очень, их вот, любимый стиль, это отделка маркетри, красиво, но опять-таки, карамболь, да, это карамболь, все, я в этом не сомневался, там, 19-18 век, с чем-то раньше столкнуться, открываем энциклопедию, мы там тоже особо ничего не найдем, эту всемирную энциклопедию, ту, которую американцы написали. Ну, там очень много информации про кии, про шары, про русский бильярд, там всего два предложения. Смешно. Книжка вот такая, много толстенная, большая, тяжело держать в руках. В ней два предложения про русский бильярд, причем смешные. Одно, значит, что в Цюрихе. В каком-то музее стоят два больших шара, и они имеют отношение к какой-то русской бильярдной игре. Mm-hmm. Это раз. И второе, и фотографии их показаны. И второе предложение о том, что во дворце Елизаветы имелся бильярдный стол, и знать там любила играть на бильярде. Все. Mm-hmm. Хотя вот интересно, у нас все-таки русский бильярд это целая, как скажем, культура, эпоха, да, там 19 век, мы столько знаем. И от известных поэтов, и легендарных личностей различных, в том числе полководцев, что ну, это, русский бильярд наложил свой отпечаток на целые поколения. Да. И что же это такое, во что же мы играем, во что мы сейчас его превращаем? Ну, во всяком случае, думаю, что этого не найти ничего. Если бы нашли, наверняка бы нашли уже. А не искал, никто же не занимался. Ну вот мы в свое время. Да, я знаю ваши работы. Так сказать, да. Вот, в нашем архиве. Архив, я этот архив потом перекопал еще глубже, но суть в том, что копать нужно, копать должен специалист. Это работа кропотливейшая. Кропотливейшая. Вот как Ратозе, ну, да. Как Ратозе Николай вот, Васильевич. В Ратозе же приезжал, я его возил. Да, в наш да, архив, да. Тогда он ковырялся здорово. Ну, вы знаете, черт его знает, может быть... Не, у него интересная вторая книжка, вы же нет, получили? Нет, вторую я не получил. Нет, не получали? Ой, интереснейшая книга, «Неизвестный бильярд». Но, опять-таки, ответа на вопрос мы там еще пока не найдем. Но я думаю, есть несколько интересных версий. Александр Иванович, мы заболтались с вами, заговорились, мы отвлеклись от игры, а там идет напряженнейшая баталия. Вот я смотрю. Ну, 5-1 уже, насколько я понимаю, 5-1. Евгения Львовна ведет. Любопытно. Да, Евгения Желдина. Ну, у Андрея не совсем получается. Вот я сейчас смотрел несколько ударов. Еще не свыкся. И свычки такие какие-то непонятные. Здесь своеобразные лузы. Я уже играл на этом. Вот какие-то мягкие удары, они лучше проходят, чем сильные. Здесь, на этом столе. Да. Почему-то, не знаю. Сукно своеобразное здесь. Может быть, оно наконец-то здесь фирменное сукно. А то мы в основном на китайском играем. Mm-hmm. Вот, может быть, это. Потому что свояки играются совершенно, как говорится, по-другому немножко. Технически неправильно. То есть, непривычно. Там другой так, ворс, другое... Наверное, сцепление mm-hmm. другое. Поэтому все время нужно перевинчивать. То есть, дополнительно как бы... Вот видите, что делается, а? Ну, это же обидно, конечно. Ну, вот хорошо свояка увела. Мягкий удар был, да. Вообще шары вот на этом столе интересно. Она же с прокатом играла. А с прокатом играть это очень опасно. Когда ты свояка прокатываешь, у чужого, естественно, получается как бы обратный винт. Если незначительно неправильное попадание в лузу, он сразу тормозится, у него нет накатного эффекта. Понимаете? Да вы что? Да. Вот так-то так глубоко я не задумывался, интересно. А вот две шестеренки, представьте. Да. Так вот, если первую шестеренку мы крутим на себя,
то вторая, естественно, от в себя. Другую сторону. Значит, у нее накатной эффект, инерция происходит. Почему мы пробиваем, если с маленького угла в угол бьем шара, значит, мы делаем мощнее, чем нижний винт своему, для того, чтобы у чужого появился вот этот накатной эффект, инерция вперед идти. И даже луза меньше, чем шар, но она падает, как чтобы, он закусывает, чтобы, а потом инерция его... Вот чтобы задать ускорение, да. Придать ускорение. Ну, вот и так и здесь. И когда дополнительную... На верхних винтах играть надо очень точно и аккуратно. Тихо играть можно на нижнем. А вот, вот Андрею не везет пока. Пока он не вошел в игру. Он редко играет. Это, конечно, показатель. Редко играет. А у Жени все-таки уже опыт большой. Ну, ничего пока такого особенного не происходит. Да. Больше позиционная игра, потому что не было еще такой реальной подставки с раскатом шаров, чтобы можно было серию произвести. А когда-то Евгения Львовна была чемпионкой Европы. По баскетболу, правда. По баскетболу, да. Такая многогранная личность. Но с Евгением Львовной тоже... Преподавала в Академии Лесгофта. С ней связана интересная история. Мы играем чемпионат России, советского, чемпионат Ленинграда еще тогда. Я не помню, правда, какой-то год, очень давно. Ну, вы знаете, в то время, это где-то 94-й, 93-й, 94-й, там где-то так, 95-й, может быть, год. В Ливане играли, на театральной. И мне с Андреем повезло попасться с Андреем, Царство Небесное. И он тоже начал катать. И мы играли встречу 5 часов. Господи. Вот. И я смотрю, девушка сидит и сидит, сидит и сидит. Ну, обычно в то время, ну, зайдут посмотреть там, ну, 10 минут, там, 15 и все. А тут сидит и сидит. Я уже Яровому Валерию говорю, Валера, а что за девушка? Интересно просто. Он потом перерыв, он говорит... Вот хочет научиться играть в бильярд. Вот с того момента она начала заниматься бильярдом. Удивительно. И, а у кого? Да, ну, у нее был кто-то из учителей первый? Да был вроде бы. Я ее немножко натаскивал с самого начала. Но главное, что посыл был, что она пришла первый раз. Ну так покатали, поиграли. Я говорю, девушка, извините, но шансов мало. Ну, а этого ей надо было, потому что она уже спортсменка была. Она, сказать, имела характер спортсмена и все. Подзадорить. И она начала ходить, я говорю, пожалуйста, приходите. Так сказать. Ну, позанималась она неплохо, в общем-то. И, в общем, стала... И у нее единственная, в принципе, из всех девчонок мужская игра. Такая более мужская. Да, очень жесткий силовая. Удар, да, да, да. Силовая игра. А вот все девчонки играют, у них все равно чувствуется вот это вот... Мягкость какая-то, женственность там в ударах в этих. Но баскетбол испортил единственное, что у нее тяжело, ну как, психологическая готовность. То есть вот у нее иногда внешняя сфера влияет на ее игру. Это самое противное, знаете. То есть там где-то что-то кто-то сказал, где-то что-то хлопнул, там что-то еще. Она реагирует неправильно. То есть не может полностью отключиться. Такие дела. Ну, интересно, вот Андрей перехватил инициативу. Да, 5-4, это уже серьезно. А она не может сейчас понять, понимаешь, сейчас ей бы серию поймать. Она бы, может, пошла тогда. А так сейчас здесь зажимается еще пока, как говорится, стартовое волнение у всех. Вот смотрите, ну вот Андрей пытается держать вроде бы. Да, и выставляет на середину. И выставляет дармового, да? То есть... Что это, ошибка или... Скорее всего, ошибка, потому что к этому столу уже привык, к любому столу привыкнуть надо, по размеру понять. Такие ошибки чреваты всегда на новых столах, на новом сукне. Сколько раз приезжаешь на соревнования, там только перетянули сукно. Это каторга. Да. На новом сукне это каторга. Ну, когда-то все-таки появятся у нас единые стандарты, я думаю... Да, чтобы еще перед соревнованиями, там два месяца обкатывали сукно. Мы их выносим. Шаблоны лузные. Это мы все говорили, мечтали. Жаль, конечно, но... Я не понимаю, они свободно играют, а там
шарик на средней лузе висит под свояка. Так вот что-то они не попадают на него еще, не могут выйти. Вот этот? Ну, да, вот. А он подальше стоит на бортике? Нет, если в середину выкатить свояка, то он идет уже. Да, безусловно. Так, Кокер позиционно поставил ей тяжелое положение, хотя оно не очень тяжелое. Да нет. Можно зацепиться только единственное. Или свояка ставить. Средний по сложности, да, отыгрыш. Ну, может быть, поставить на свояка все-таки. Да, действительно. Так, 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 есть, по-моему, прав. Есть свояк, но это на ударе нельзя играть. А скотной Андрей будет скотной играть, скорее всего. Налево, да? Налево и заденет. Шар ошибется по отыгрышу. Штраф, что ли? Да. Да, штраф. Ну, вот зажимной удар такой вот. Жаль. Еще ему может отдать сейчас, если она пробьет этот чужой. Ну вот сейчас ее, так сказать, вот сейчас расстановка ее шаров. Не сконцентрировался. Если пробил, это все, здесь уже стояла реальная, так сказать, концовка партии этой. Вот. Опять проблема на свояках, смотри. Андрей такие любит удары. Да, но вопрос в том, что он не довинчивает. У него скрытый винт. Он такой, через центр шара есть винт, а есть сильный винт в край. Так вот здесь нужно именно в край сильный винт давать, тогда он компенсирует отскок. А очень тупой отскок и очень сложно таким. А здесь больше зависит от точки попадания, чем от винта. Что, свечка сыграет? Тоже непростой шар. Обычно перетягивают. Так и было. А, по-моему, она не затянула. Ну, что-то такое сорвало удар вообще. Угу. Сорвало явно. Ну, какая-то вот череда просто ошибок обоюдных. Естественно, стартовый вариант. На старте всегда ошибается. Свечка на этого в угол. Надо зато дает середину. Ну как тут? Пытается отыграться. 6-3. Ну и Гильвону надо бы это свечка-то сыграть. Конечно. Вот. Эх. Ну сейчас свояк снимется и чужого она будет играть все равно. Должна играть, по идее. Это ее шары. С постановкой свояка направо. Нет. Отыгрывается. И это зря, кстати. Угу. Это зря. А какой был вариант? Чужого играть. В угол. Влево на угол играть. Угу. От нее влево. Ну, нет. Она просто играла, понимаешь? А вопрос в том, что свояка надо было поставить дальше. Свояка на короткий ставить. Уводить на короткий. Да, на короткий. А не просто в лоб. Она клапстосом играла, а сейчас поставила свояка. Возможно. Здесь сложно понять на экране, но, в принципе, играется свояк. Хороший Знаешь? Свояк, абсолютно. Да. Ну, Андрюша, вот это вот нехватка вращения наката. То есть, какой бы винт ни давал, что происходит, при отскоке от чужого свояк все равно идет по геометрии, а не смещается по винту. Ну, просто очень сложно его здесь заставить смещаться по винту. Потому что сукно не напитано еще мелом, естественно, как бы проскальзывает. И здесь из-за этого винт нужно перекручивать. Больше давать винта, чем думаешь. Вот я играл в прошлый раз, когда у меня пару ударов было, я думал, что я все промазал. Вот 100% правда, он падал. Я вашу встречу комментировал и наблюдал. Очень было. Мне было очень интересно. Сколько им? Ой, хороший свояк. Да. Такой. С затяжечкой такой. Ну, опять же, чисто на отскоке. Практически на отскоке.
А то он очень аккуратно пользуется вращениями. Поэтому у него такая вот душноватая игра. Потому что на таких ошарах, если даже ошибся, криминала большого нет. На большом винте там ошибся и побежал, как говорится. И лови свой шар где угодно. То вот здесь у Андрюши это дело уже отработано веками. Ну, есть такая техника, значит, надо... 74. Это интересно, сейчас в концовке уже будет, когда шаров останется мало, как у нас спортсмены себя поведут. А, ну, тогда на себя отыгрывается, по-моему, да? Да. Только вот этот шар падать должен был. А подставка? Нет, ничего, удачно. По-моему, не идет. Ну, игра будет. Нет, ну, здесь непонятно. Тянется, нет, не тянется. Свой в угол. Да. Хороший. Свой в угол, скотной, не опасный. Вот интересно. Когда ты не забьешь, ну, оставишь в лузе. У нас даже, по большому счету, вот еще даже терминологии-то толком конкретно не разработано по русскому бильярду. Терминологии ударов, выполнение каких-то движений, траектории. То есть у нас все на такое вот, ну, на народном языке. На жаргоне. Да, на народном языке. Да. Мы как бы вроде бы понимаем то, о чем говорим. Да. Ну, относительно. Ну, понимаете, одно и то же здесь можно совершенно по-разному. Ну, наверное, будущее еще за этим вопросом. Ну, это дело, допустим, наверное, таких институтов, как Лезговка, допустим. Раз уж и там люди изучают, так я боюсь, что, скорее всего, это дело больших любителей, энтузиастов, которые, как всегда, вот классифицируют жаргон или самые, в смысле, все изречения, а потом вывести. Ну, что-то осталось, например, француз. Многие же понимают, что такое француз, да, это винт. Да. Француз. Французские удары. Ну, удары, французский удар, откуда это пошло, удары. На массе с винтами. Ну, да. Удары с винтами. В общем. Да, нет, массе это массе уже. Ну, удары с винтами. Да, а массе это уже с винтом, но уже с изменением оси удара. Ну, во Франции нет просто такого понятия, как француз. Ну да, конечно. Вот это чисто такое наше. Вы знаете, такой Майк Массе есть такой. Да. Вот он изобрел этот удар. Массе. Да. А на французском я не знаю, как винт обозначается. А вот с Майклом Массе мы встречались в свое время, он был в России. Да, в терминологии Массе это удар под углом. Ой, как шкодно замазало, если бы шар еще здесь в лузе застрял, было бы совсем. Ну да. Но все равно неприятный вариант. Да, ну здесь не такой страшный. Сейчас надо поставить поближе к бортику или в лузу. Даже на можно... борт поставил, и это наоборот против Евгения Леона это все. Как бы. Вот такая вот острая сейчас. Борьба. Ну, этот надо убирать, наверное. Но свояка оставляет. Свой в угол. Нет, она... Это нехорошо. Замажет. Это все равно нехорошо. Неудобно. Ну, вообще играется шаром раз, играется абриколь два. А не даст... А, абриколь, да. Соглашусь. Абриколь играется два. Соглашусь, Александр абриколь. Потому что отыгрываться здесь нельзя. Я думаю, что Андрей шаром будет. Неудобно. Шаром, а своего к себе, ну, на короткий к себе. Это может он. А что, как не, вот, неудобно очень. Неплохо попал. Ну, ну. А абриколь тоже был интересным очень, кстати говоря. Можно было абриколь об этом может. Подумать. Ну, абриколь чему интересный? Если не забил, можно оставить в лузе. Если отыгрыш получился бы и свой в лузе где-то. Абриколь такие достаточно творческие удары. Почему забыли сейчас фишки? Ой. Евгения, молодец. Ну, первая партия закончилась. Так сейчас еще упадет, по-моему, шар. Есть. А ну, он считается. Три борта угол после своячка. Не, ну, после чистого. Перерыв. Ну что ж, мы пойдем на перерыв и продолжим. Да. Я выиграл от 2 до 4 туров в год. Это... А сколько всего было? 8. Ну, то есть почти половина. Ну, когда я был абсолютно чемпионом в 98 году,
то выиграл 4. Ну, выходит, что вы были сильнейшим бильярдистом долгое время на протяжении там... Одним из их, из таких. А почему вы прекратили выступление? Ну, решил, что хватит. То есть почти 20 лет выступал. Довольно тяжело на протяжении долгого времени быть первым. А скажите, пожалуйста, вот на чемпионатах России, ведь тогда уже проводились, когда вы еще играли чемпионаты России, успех был ли у вас какой-то? Пятое место из 5-го по 8-е. Соответственно, спортивное звание кандидат мастера спорта. Нет, мастер спорта. Все-таки мастер спорта. Когда вот в 96-м году давали за 6-ку мастер спорта. А, вот. А потом стали давать за 3-ку, да? Теперь да. Ну, за 4-ку, соответственно. Потому что 3-4 место. Да, в полуфинал проигрывают, 3-й не разыгрывают. На международных турнирах лучший результат у меня. 3-4 место как раз я проиграл в полуфиналах на международных турнирах «Белые ночи». Кубок Лангони это был, да? Ну, сначала просто «Белые ночи», Кубок Лангони это отдельно по Европейской пирамиде, по-моему. Это было давно. Да, согласен. Скажите, пожалуйста, кто за вас сегодня будет болеть? Жена. Она здесь, в зале? Да, здесь. А кто еще, не знаю. В прямой трансляции. Ну, зависит от того, какую игру вы будете показывать. Кстати, насчет формы, что можете сказать? Насчет формы поучаствовал в турнире сеньоров в субботу. И как? С 5-го по 8-е место. А вообще тренируетесь или это просто такой вот результат состава? Ну вот стимул потренироваться дал как раз вот этот турнир. Вот немножко поиграл, наверное, 5 раз. И вот поучаствовал в турнире. Ну, вы знаете, как, наверное, последний такой вопрос, не вопрос, скорее от вас хотелось бы услышать какое-то пожелание в адрес Федерации бильярдного спорта, которая сейчас как раз исполняется 25 лет, собственно, московской до 25 шаров. Какую роль она сыграла в вашей жизни, может быть, бильярдной, может быть, не только бильярдной? И, ну, какие-то теплые слова. Ну, конечно, слова. Большую роль сыграла Федерация в моей жизни, потому что я был тренером Федерации в течение 6 или 7 лет. Ну и соревнования участвовал от Федерации, в соревнованиях различных. На чемпионатах мира я был 4 раза в десятке, тоже это от Федерации все. А пожелать хочу не только Федерации, еще и лиги, естественно, любителей бильярда, процветания, хороших турниров интересных, как можно больше мастеров и чемпионов. Спасибо, а мы вам желаем удачи в сегодняшнем матче. Спасибо огромное. Здравствуйте, Андрей. Очень рады вас. Уважаемые зрители, я напоминаю вам, что вы смотрите последний матч 1/8 финала турнира «Бильярдные звезды Петербурга», в котором встречаются Андрей Коптев и Евгений Желтина. Трансляция подготовлена командой Лиги любителей бильярда. И вот через минуту к нам присоединятся комментаторы Александр Липустин и Александр Теркин. Ну, кстати, думаю, не лишним будет объявить, что следующий матч, собственно, который откроет стадию 1/4 финала, состоится 4 февраля, то есть по расписанию во вторник в 20:00 вечера. Также хочу напомнить всем нашим зрителям, что необходимо, ну, как сказать, необходимо. Если вы хотите стать обладателем замечательного приза, то стоило бы поучаствовать в конкурсе прогнозистов турнира «Бильярдные звезды Петербурга». Теперь уже, я думаю, что можно делать это с высокой степенью вероятности, потому что вы увидели в бою всех бильярдистов, все 16, которые принимают в нем участие в этом турнире. Соответственно, 8 сильнейших определилась, всех их в действии вы видели, сможете давать свои прогнозы более точно, то есть не будет сюрпризов, если вы не видели игру там того или иного игрока. Главным призом вот этого конкурса прогнозистов из, соответственно, скольки? 8, 4, 3 из 15 матчей лучший прогнозист получает замечательный приз, сертификат на
персональное изготовление кия мастером Игорем Лукшиным. Вот он предоставил нам такой приз. Это значит, что вы встретитесь с Игорем, скажете, какой кий вам нравится, каким бы вы хотели бы видеть свой идеальный кий, скажем так, и Игорь сделает все возможное, чтобы удовлетворить ваши запросы. Поверьте мне, он может очень многое. Ну, всего-то нужно лучше всех давать прогнозы на матчи этого турнира. Следите за новостями в ленте Лиги любителей бильярда. Ну что ж, очень жаль, вот Александр Иванович уже заторопился по своим каким-то делам, и мы уже ту информацию, которую смогли подчерпнуть, подчерпнули. Дальше будем. Ну, я думаю, что да, я чуть-чуть помогу, чем смогу, в силу своих способностей. А, да, дальше будем уже такой вести... Ситуативный. На самом деле я слушал, о чем вы говорили с Александром Ивановичем. Очень интересно, на самом деле. Ну, я считаю, что сегодняшний матч — это хороший повод услышать вот немножко такой энциклопедической информации. Да нет, конечно, это все очень полезно, интересно. И где, как не у корифеев, черпать информацию, чтобы понять. Ну, хороший, мягкий свой выполняет Андрей Коптев. А немножко подраскрылась так игра. Ну, в том смысле, что стали больше забивать и меньше ошибаться. Я смотрю, так очень бодро закончилась первая пирамида. И сейчас всерьез взялись за вторую. Классический, мягчайший свой, чтобы ничего не поставить в случае неудачного попадания на лузу. Сколько интуиции требует такой удар? Проводит атака чужого и проводка своего.
чем ответит Евгения. Опасный накат, очень опасный накат, который чреват последствиями. Такой же удар, мы сейчас будем наблюдать, видимо, атака с проводкой или нет? Нет, свой. Останется нет, свой. Я думаю, свой в угол. На ближнем? Да, свой в угол. Мягкий скатной. Ну, ошибка. Ошибка, и ничего нигде не осталось. Сейчас будет Женя, наверное, атаковать активно своечка. Десять одиннадцать. Так. Интересный счет. Сколько напряжения. Уже. Идут щека к щеке. Так, наверное, и закончится матч в последнем шаре. Почему не активно? Сейчас современный бильярд это активные удары. Свой у него вероятность очень большая попадания. Нет, все очень сухо. Ну, серийности нет, поэтому и, соответственно, ну, такая разница в счете маленькая, если они забивают по шару по очереди. Да, вспоминая, кто прошлое, такая игра могла быть. Когда на кону стояли какие-нибудь очень приличные деньги. И тогда соперники вели очень сухую игру. Так, со второй попытки опять же не попала в угол. Свечка, она очень кучно подает. Так, неплохой отыгрышный удар. Они сконтрятся. Да, вот только хотел сказать, что очень велика вероятность этого. Я думал, что от левого длинного, но от нижнего шара будет отыгрываться Евгений. Да, или другой скоростью надо было это делать. На самом деле ничего страшного. И Андрей снова сушит ситуацию. Усложняет ее для соперника. Ну, я думаю, сейчас, скорее всего, свой в угол. Да. Тонковато, потолще. Нужно потолще играть. Чужого, наверное, сейчас будет играть Евгения, да? С борта. Она уже просто играла один такой шар сегодня. Теоретически вот, да, нет, можно, не будет. Можно. Чужого в середину. В середину. Точно. Здесь специфическая середина. Ну, какая бы ни была середина, в нее нужно сначала попасть. Удар должен быть точнее.
Ну, действительно, да, вот это как бы классическая, скажем так, раскадровка русской бильярдной партии, не русской бильярдной, извините, московской бильярдной партии. Это московская появилась у нас в 70-х годах 20 века. Это какая красота. Отчаянный удар. Ну. Именно вот так вот сухо она и велась. А почему, Александр? Потому что не такая кладка была у бильярдистов прошлого? Ну, были, мы уже вот обсуждали с Александром Ивановичем, были другие параметры, скажем так, оборудования. Было сложнее забивать шар. И поэтому игра это была придумана для того, чтобы владеющий лучше, скажем так, техникой и ударом, да, имел преимущество, перевес. Мне не хочется повторять слова, разводить лохов и так далее, да, но для того, чтобы более сильный имел... Стабильно обыгрывал более слабого. Перевес, да. За счет именно техники и понимания. И, конечно, интереснейшим и зрелище становилось зрелище, когда играли мастера высокого уровня друг с другом. А было это нечасто. В основном играли более слабые с более сильными, на каких-то взаимовыгодных условиях, скажем так, кажущихся взаимовыгодными. И встретятся шары. Не знаю, я не могу сказать, что вот я влюблен или не влюблен в эту игру. Да, она такая вот, просто мы сейчас ее видим, мы ее понимаем, мы ее знаем. Ну и мы ее, наверное, хотим как-то изменить, как-то усовершенствовать, чтобы она стала еще и красочной, артистичной, зрелищной, техничной. Вот наполнить всеми этими эпитетами игру в русском бильярде нам очень хочется. Потому что те, кто искушен русским бильярдом, те знают, что это такая очень интригующая, интересная игра, интересная деятельность. Кстати, Александр, хотел вас спросить, пользуясь случаем, вот просто немножко в канве общего тона сегодняшнего репортажа, комментария. Вот сейчас мы очень часто наблюдаем коммерческие игры. Просто когда встают вдвоем поиграть на деньги, именитых бильярдистов в той или иной степени. Там, когда заканчивается трансляция игрового дня, на крупных турнирах все время просят камеру направить на тот стол, где сводочка идет. А сводочка идет там каждый вечер и катают, как правило, на серьезные это деньги. Вот почему раньше такого не было? Вы вот упомянули, что неинтересно было сильным играть друг с другом. Они ведь могли серьезный куш разыграть. И почему сейчас так изменилось все? И они фактически самые большие деньги разыгрывают между собой. Сложно сказать. Сейчас все-таки современный бильярд – это более агрессивный бильярд. И здесь, кто в лучшей форме, кто лучше себя чувствует. Совершенно не факт, что это тот человек, который обладает большим глубоким знанием игры, каким-то интеллектуальным мастерством этой игры. Нет, а кто просто находится в более лучшей физической форме, лучше подготовлен на данный момент. Но опять-таки играют ребята все молодые. И им хочется, можно так сказать, хочется азарта, хочется каких-то боевых столкновений, чтобы получить вот такие вот, новые, что ли, интересные ощущения. Самоутвердиться, может быть, в некотором роде. Ну, я думаю, и в этом смысле тоже.
Да, через победы мы, конечно, самоутверждаемся. Так, Евгения рискнула на бросковый удар, ну, была близка. Так называемая проводка. Сейчас, если шар отойдет от борта, то можно, наверное, с ВИКа играть. Ну да. Очень похоже на то. Верхний винт на лузу, да, сейчас играет Евгений? Ну, можно разными способами этот удар выполнить. Зависит от силы удара. Ох, отличный удар, красиво, хорошо, надежно. Тринадцать десять становится счет. Но она должна была его забить. Браво. Ну, в общем-то, для московской пирамиды это такие достаточно стандартные удары при игре из дома. Они выполняются часто игроками. Наработаны уже по-своему у каждого. Так. Технический прием. Ну, надо поставить было, конечно, на борт. Создать как бы сложность сопернику. Андрею сейчас нужно вот этот шар с короткого борта переводить в зону скопления. Получится, да? Ему свой надо было проводить, а этот играть от двух бортов, да, в ту кучу. Но он ошибся. Да, он попал толстовато, скажем так. Толстенько попал. И у шаров другие траектории от задуманных. Чужой в угол. Пристала немножко Евгения перед ударом. Как бы, видимо, не очень уверена была. Не дорезала шар. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. А вот сейчас мне совсем непонятный удар. Андрей пытался остановить свой, а чужой как бы отправить на эту половину. Не рассчитал силу удара, или, скажем так, очень матерый ее рассчитал, что поставил шар прям в самую лужу. То есть, ну... Ох, сейчас не повезло. Не свыси. Или наоборот повезло, Евгений. Да, будет игра, продолжение будет. Сейчас своячок в угол. Хотела подбивать, а вместо этого получился свой в угол. Свой в середину, кстати говоря, вот с этой камеры очень неплохой. Очень неплохой. Ну и в угол, и в середину. Это игровые шары. Нормальные рабочие шары, их надо доиграть. Ох, посмотрите, какой короткий эпизод. Четыре шара Евгения забивает. Вот, ну, во многом благодаря ошибке, конечно. Ну вот уже 16-10. И падает еще прицеп, да? Все-таки Женя, она как-то, ну, скажем так, вкуснее выглядит в игре, в этой.
такую вот проводку задумала Женя. Тоньше надо попасть было. Но все-таки безопасно получилось. Безопасно, Андрей, я думаю, будет атаковать. Нет. И толсто попадает. Чужой в угол, свой к себе. Чужой в угол, свой к себе. Причем больший расчет был именно на чужого в угол. На чужого в угол своего, да, надо было мягко играть, чтобы он не сильно выкатился. Он сильно выкатился. Андрей сейчас опять будет. А, нет, атакует, по-моему. Очень неточно. Чего-то Андрей не готов, на мой взгляд, к игре. Ну, он в собственно, предматчевом интервью, как зрители имели возможность услышать, сказал, что ну, он играет не очень часто, но вот недавно играл в турнире сеньоров. Занял там с 5 по 8 место. Ну, соответственно, до 1-4 доехал. Правда, мы не знаем, сколько там всего было участников. Ну, возможно. Ну, кстати, еще из интересного, не спросил я в интервью у Андрея Коптева, каким он играет кием, и я сейчас вижу, что это ки лангони. Да, он как им играл, я помню, давным-давно. Так он им и играет. Так, по-моему, Желдина ошибается по отыгрышу. Да. Я услышал шепот, что там звучало, да что же это такое, наверное, в микрофоне не было слышно, но он нет, расстраивается. Ох. Прощает соперник. Как не точно. Какой-то сам характер удара мне показался странным, так сильно очень игрался этот шар. Толсто, сильно, как-то... О! Есть. Есть, точно. Свой по отыгрышу. Задумка, задумка неплохая была, но надо было своего точнее удержать. Ай-яй-яй. Легковый удар такой. Не падает ли? Да, биток случайно падает. Ну, это же не считается. Из дома с руки сейчас будет Евгений играть, да? Да, это как раз... Ну, для нее это бонус своеобразный, собственно, да, ошибка Андрея. Это Андрея. Точно. Евгения, точно.
Александр, что можете в целом рассказать про игру сегодняшнюю? Вы уже не первую смотрите встречу бильярдных звезд Петербурга. В целом, по, ну, относительно остальных матчей, что можете сказать? Ну, относительно остальных матчей, мне, наверное, хочется сказать, что, наверное, вот от каждого человека конкретно, от каждой личности в бильярде зависит игра, которую мы видим. Насколько человек заряжен, готов, насколько там он по своему характеру открыт или скрытен. Вот игра, она как бы вот соответствует этим параметрам. Сегодня мы видим вот такую действительно настоящую, классическую московскую партию. Ну, другое дело, что не все получается у наших мастеров. Не все получается, и но в целом равная борьба. Ну, я тут вот наблюдаю перевес, конечно, за Евгенией. Просто вот в таком моральном плане она как-то готова лучше. У нее удары лучше получаются. У Андрея как-то готовность сегодня, по-моему, значительно хуже. Больше ошибок? Да, ошибки, неточности в ударах, искажения какие-то. Блестяще. Ну, молодец. Засчитывается шар. Да, идем на перерыв. Идем на перерыв. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Стас. Как вы себя чувствуете перед сегодняшним матчем? Замечательно. Вот нас очень интригует ваш соперник. Скажите, пожалуйста, тут несколько слов про Андрея Коптева, про его игру, может быть. Ну, про игру ничего не скажу. Это будет сюрпризом для всех и для меня, наверное, тоже, потому что я его давно не видела в игре. А вообще это очень многоплановый, многогранный, удивительный, непредсказуемый человек. Скажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, вы обычно много тренируете, но вот сейчас говорят, что вы тренируетесь. С чем это связано? Связано это исключительно с чемпионатом России в Казани, который наконец-то будет проведен по комбинированной пирамиде. Среди женщин и мужчин, и женщины, но женщина вот впервые дождалась. Соответственно, вы можете уже дать сейчас оценку какую-то, может быть, своей форме. Вот долг еще путь для выхода на пик. Я же надеюсь, ну, вы именно на это рассчитываете к Казани же, правильно? Ну, пусть это тоже будет сюрпризом для всех. Ну, мы сегодня увидим это, да? Ну, игра покажет. А, собственно, про саму дисциплину было бы здорово, если бы вы сказали пару слов. Московская до 25, эксперимент. Московская. Ничего страшного. Для меня это гораздо ожидание, 7-8 часов, когда ты ждешь своей встречи, гораздо хуже, чем тот марафон, который сегодня 25 шаров. Одна партия, ничего страшного. Замечательно, кстати, эксперимент, и я думаю, что он, ну, может быть, не получит развитие свое вот как в спорте, но как некое развлечение и получение удовольствия, замечательно. Ну и на закуску, наверное, пару слов скажите про ки, которым играете. Вот тоже для меня это, ну, что-то вроде сюрприза. Ки замечательного мастера Николая Роя из Харькова. Играю только его киями. Не отдам предпочтение никому более. Не реклама, но пользуйтесь киями Николая Роя. Спасибо вам большое и удачи в сегодняшнем матче. Спасибо вам большое. Спасибо за формат. Спасибо за то, что неожиданность. Спасибо, что есть такие люди, как Горба, вы и вообще вся ваша замечательная команда. Спасибо вам всем. Удачи. Спасибо. Итак, третья пирамида разбита. 18-12 счет в пользу Евгении Желдиной. И вот она с разбоя сейчас не точна.
Такой достаточно нерасчетливый удар получился. Есть. Да, и сразу наказание. А не показалось вам, Александр, что вот Андрей хоть и хуже забивает, но на отыгрышах более внимателен сегодня? Ну, это его специфика вообще. Он так всегда играл, придерживался такой тактики, такой стратегии. Отыгрыш первичен, забой вторичен. Но, повторюсь же, оборудование было другое, когда Андрей осваивал эту игру. И отыгрыш носил там, конечно же, большой смысл. Превалирующий, может, в некоторой степени. В общем, да, игра от обороны. Здесь нельзя сказать, что от обороны большое преимущество может получиться. Но Андрей очень сильно ошибается, очень сильно. Видимо, действительно играет мало последнее время. Достаточно опасная игра Евгения. Такое ощущение, что вновь в середину свояк пробивается. Подставка, да, это подставка. Так нельзя раздавать преимущество. Точно. Вы знаете, как-то вот очень много ошибаются бильярдисты при игре с руки. Вот конкретно в этом турнире. Очень маленькие серии почему-то во всех матчах. Вот мы сегодня восьмой уже смотрим. Просто, причем, ну, даже вот такие, скажем так, постоянно находящиеся на пике формы бильярдисты, как Владимир Петушков. Ну, Петушкова не берем, там был особенный матч. Михаил Залыский, например. Много ошибок с руки. А вот Андрей Коптев играет прицельно. Ну, Андрей тоже не, скажем так, не сильно результативен. Что сказать по этому поводу? Тренироваться нужно. Свой в середину есть, но он очень тяжелый. Но вряд ли его надо играть. Что выбирает Женя? Похоже, что его и будет.
это очень сложно выполнить. Еще очень сильно надо было его играть. Мешает борт, очень неудобно, но... Странно, вот что-то переменилось у Евгения. Просто начинает давать партию вот на ровном месте. Уже два шара подарила. Сейчас еще чуть было не подставила. Но вот сейчас Андрей, наверное, будет... Да я думаю, в середину. В середину он будет играть своего. Да. Не точно, но... Очень короткий удар получился, да? Да, там шары близко стояли. Ну, Андрей сыграл технически абсолютно верно, хорошо, но толсто попал. Не увидеть там эту грань толсто-тонко. Ее можно только почувствовать. Так, скажем так, попытка отыгрыша. Ну, вроде бы все безопасно. Так, задевает шар. Ну вот Андрей сейчас заказывал свой к себе и сыграл, ну, если брать в расчет заказ, не точно. Да, сыграл толстовато и попал в группу шаров, которые там стояла, в один из них коловшись. Тем самым жалденный шанс задавить. Что она собирается сделать? А, через шар неудобно. Ну... Не справилась. То следующий Коптев. Так, внимание. Что, наверное, с машинкой, да, будет играть? Ну там чужой, да, под неудобным углом просто не дотянуться. Он и левой рукой, по-моему, неплохо играет Андрей. Насколько помню. Ну, сейчас, наверное, он, наверное, хочет. Сейчас не решился. Опять кей под углом. Кей под углом. Неудача постигла Андрея в этом ударе. Так, кто следующий? Следующая Желдина. К столу. Ну, такая затяжная игра. Она с какими-то всплесками. Вот. Нет противостояния. Есть какие-то наплывы у игроков. Вот. Минуты прозрения. Ну, можно так, да. Что Женя, вы делаете? Так, красиво, красиво. На штраф очень похоже. Похоже на штраф, да. Так и есть. Смотрите, уже третий шар отдает. То есть вот что изменилось? Перерыв? Может быть, не надо брать перерывы? Так а его нельзя не брать. Формат такой. Ну, видите, как-то... Как это влияет на спортсменов. Ну, играл бы Андрей потемпераментнее, да, то в такие моменты, как раз когда можно перехватывать инициативу и просто издеваться над соперником. Так. Очередная ошибка, фактически там. Доведенный шар, по-моему. Ну нет, я имел в виду, что штрафа-то нет, а ошибка, ну, на ударе. Да, очевидно. Да. Не сложилось, скажем так. Что-то не сложилось. Так. Ну так, достаточно сухо. Все сухо, неинтересно. Пока. Вот это интересный был удар. На шары даже сконтрились, но вот Женя это учитывала и как-то так интересно с шара дуплетировала по-хитрому.
Ну давайте, ребята, удивите нас. Нам хочется посмотреть красивую игру, интересный удар. Думаю, не мне одного. Так. Ну, попытка была оттянуть биток, но неудачная. Так, наблюдаем дальше. Оттяжка. Подбой группы шаров. Я бы Да. Теперь нужно проводку искать Андрею. А вот что-то... А вот так вот. А, да, нашел Андрей проводку. Ну, опасно это было там. Очень опасно. Собственно, и вот, похоже на... И вот она опасность. Подставку. Да. Ну, Евгения точна. К счастью, обходится без таких... досадных, обидных ошибок. Возвращает себе ненадолго утраченное 18-е очко. А по-моему, еще ни одного шара не забила, да, Евгения, с руки? В этой встрече. Ну, чужого почему она забивала? И, да, стол. Неправильно выразился. Я имею в виду свояка, конечно, чужого но помню. Я, честно а говоря, не даже... помню. Специально не следил за этим вопросом, поэтому ничего сказать не могу. Нет, забивала. Смотрите, как шара сводит, а? А, да. Не мог же он за счет винта так уйти совсем, он от борта отошел. Нет, там уже винт закончился к этому времени. Да, там, скорее всего, либо какая-то крошка попала под шарик, либо не совсем ровная плита. Ну вот, не знаю, это надо просто посмотреть. Дойти и посмотреть, еще раз запустить шар. Показывает сейчас Андрей, что не знает, как сыграть-то. Вот она... Сложная ситуация. Ох. Ну, по губкам ударил, да. На такой скорости вероятность падения минимальна. Еще удачно встал шар после этого. Мягкий свой, аккуратный очень. С отыгрышем все в порядке, скажем так. Вот очень интересно сейчас по телевизору. В бильярдном клубе LDM Blues показывают фильм «Дикий-дикий Вест» с Уиллом Смитом. И там герои едут в вагоне поезда, и в этом вагоне стоит бильярдный стол. Мне интересно, насколько возможно в вагоне поезда сыграть партию в бильярд, учитывая, что поезд движется. Но между станциями... Ну да, либо на участках с равномерным прямолинейным движением. Идеально горизонтальных, без тяги паровоза. Ну, как грязно все получается у ребят. Ну вот они, я так понимаю, сами того не хотят, но вот не идет у них. Не идет игра.
По-моему, на свой кайф сейчас подставляет Андрей. Такого очень несложного. Или а наоборот. Да, скорее, очень сложного. Угол камеры, да, так предательски искажает. А он тут был тонкий, на самом деле, правильно? Да, тонкий, сложный удар на таком расстоянии сделать, выполнить этот удар очень тяжело. Ну, возможно, в общем-то, нужно вдохновиться, искуситься. А можно было и чужого играть. О, да. Так, а если регламент по времени будет исчерпан, то что мы будем наблюдать? Ну, я к стыду своему не могу сказать, но, ну, со стопроцентной вероятностью. Но, насколько я помню, там речь шла о том, что у кого больше очков, тот и победил по истечении 2,5 часов. Только 2,5. То есть нам еще час. Угу. Нет, ну так, на всякий случай, мне просто любопытно, что тот и победил, по количеству очков понятно. По-моему, так и есть. С киксом сейчас оттягивает Евгений, падает случайно, и он на точке сейчас окажется. А по-моему, свояк в середину открылся, да? Сейчас. Угу. Плохо оттянул Андрей. Так. Задорно, активно с винтом сыгран свой. Что? 19, да? 19 на 15. И главное, что есть такое вполне рабочее продолжение. Надо забивать. Надо забивать. Я согласен с вами полностью, Стас. Ну, Женя нас услышала, забивает. Что дальше посоветуем? Ну вот в раздумьях, Евгения. Сейчас Андрей снял шар. Ну, а тут раздумий особого нет, опять-таки свой в угол, налево. Проходит, да, на комфортном углу? Я вот под... Угле. Да, уголке, я бы сказал. Уголке, так проще нам. Да, это я бы еще бы угол разворачивал немножко. Вот сейчас, мне кажется... Мне не кажется. То на то и вышло, да, что? Да. Точно, Андрей. Ну, зачем было отдавать преимущество? Ну, мастера спорта, ну соберитесь, просто соберитесь. Только что не сбылся чей-то прогноз. Покажите нам, да, кто-то еще спрогнозирует, что-то умудрился. Ну да, тут, конечно, я думаю, что большинство лидеров воздержалось от того, чтобы делать прогноз, чтобы не уйти в минус, потому что едва ли кто-то в курсе дел бильярдных Андрея Коптева. И, в общем-то, я думаю, это тактически было совершенно грамотно. Просто не принимать участие, не ставить. Я, честно говоря, если бы ставил, я бы на Андрея ставил. Вот по старой памяти просто. Ну,
штаны. Были задуманы штаны. Не срослось. Так, Евгения, гол. Нет, даже не штанга. А вот так тоже никак. Но зато очень неудобно. Ти-ти-ти-ти-ти. Свой к себе чуть было не падать, чужой. Такой звук был довольно серьезный. Здесь специфический луз. Может упасть, кстати говоря, вот на этих столах. Да. Запросто. Причем именно на мягком ударе, о чем Александр Иванович говорил. Угу. Будешь пробивать, не пробьешь. Вот такое может и упасть. Да, Александр Иванович очень много интересного нам сегодня поведал, рассказал. Интересная дискуссия вообще. Ну, то, что говорят про резину, нынешнюю и тогдашнюю, я слышу не в первый раз, но вот лично мне было бы очень интересно попробовать, потому что, ну, как сказать, лучше один раз потрогать, чем 100 раз услышать или как там увидеть. Ну, Вячеслав, у вас же вот лаборатория бильярда. Вот доберемся 100%. Тут я уже догадываюсь, куда мы поедем охотиться за резиной. У вас же есть коллекционные экземпляры наверняка? Или они на складе? Старинные резины? Не обязательно прям старинные, но вот тогдашние. Нет, ее никто не хранит. Все. Не хранил. Она это неинтересный артефакт совершенно. Хорошо. Ну, может быть, стол со старой резиной? Нет? Нет. Нет, это надо Александра Ивановича брать в оборот. Стол со старой резиной. Возможно, кстати, в доме офицеров. Где-то вот в каких-то таких старых местах, но тоже, скорее всего, там резину меняли уже. Андрей второй раз делает такой же удар, вот идентичный получается. Вот он там перерезает, там перетягивает. Так. Смотрите, вот какая счет забавный все-таки. Преимущество так концовки начинает таять. Ох, как. А верхнего винта сейчас. Ох, случайный, на точку. И это может быть очень негативно. Ну, опытный бибильярдист заказывал такого дуплета при таком свояке. Ну, я не думаю, что можно усомниться в опыте. Евгений, но... В том-то и дело, ну, видимо... Может, просто... поторопилась она просто. Ну, запарилась, скорее всего. Запарилась. Ошибка при исполнении удара и будет наказание. Нет, будет Андрей в середину играть. Будет. Перетянул, да. Так, перетянул. Теперь Женя будет играть чужой в угол. Удар с борта, удар четкий. Надежный и уверенный. Браво, Женя. Поздравляем. Еще на один шаг приблизилась к победе. Отыгрышный удар. Ну а что, отлично, в общем-то, все прицельные по безопасным зонам расставлены. Ну, вот этот-то можно попытаться.
Ну нет, даже не нужно. Все правильно делает Андрей. Ну, хорошо поставленный на борт биток. Тут ему не давал чужого уверенно сыграть, я так понимаю. Поэтому да. Ничего рисковать. Отлично. Это точно. Тоже логично. Нет, ни углов. Свой к себе доплет в угол, да, это хороший заказ. Великолепно. Отлично. Да, и удар-то был неплохой. Хороший, рабочий свой. Сейчас Андрей снимет шар. Но с руки будет сыграть нечего, Евгений. Ничего. Дуз. Нет, игра есть. Почему нечего? Игра есть. Надо. Нет, несколько ударов даже на столе. Нет. Так, чужой все-таки есть. Ух, как хлестко-то, ну ничего себе, Женечка, вы давите. Неплохо все равно, неплохо. Пройдет середину, так станет, подберется к группе шаров. Отлично. Ну, сгруппировала еще больше шарики. Неудобство еще увеличилось. Вот. Как сейчас разыграть эту комбинацию? Толсто. Толсто, толсто. Так. Да, похоже, что ничем хорошим-то не заканчивается. Да, толстое попадание. Андрей, который раз Андрей сегодня толстое попадание выполняет. Так, Женя играет свой в угол направо. Вот так, вот так, да. Именно а на середину? Вот нет, на середину. Не встает, не встает. Встала, почему же не встает? Да, ну, мне кажется, что вот просто угол камеры может быть обманут. Немножко перекатился. Или нет? Нет, нет, это рабочий шар, шар был очень рабочий. Но видите, приходилось же тянуть. Тянуть немножко, но можно было добавить просто винтика сопутствующего движению. Вот так. Ну, легче от этого никому не стало. Ух ты, Евгения. Отлично. Красиво. Так, сейчас, кстати, это осложнение. Сейчас что-то может на середину. Вот так решение, ничего себе. Что-то может на середину выкатиться. Там свояк на дальнюю правую лузу. Я вообще-то думал, что будет в тонкую играть Андрей. Почему он принял такое решение? Уже в середину, к тому же виден. Андрей, а там ему нечего особенно было делать. Надо было в тонкую сыграть и увести биток в дальнюю левую. Там подбивали шары все равно на середину, там что-то выходило. Оп. Ну, свояк здесь не задался, но, может быть, это и не свояк вовсе был. Может, мне казалось, что проходит, а на самом-то деле нет? Нет, по отыгрышу игрался свояк, уже не играл, немножко перестраховалась, попала толсто. Толстое попадание и явилось роковой оплошностью этого удара. Двадцать два восемнадцать уже у нас счет сохраняется довольно давно.
Вроде как предполагается, что безопасно играют, но уже тут раскатились шары. Дело уже даже здесь не опасно, а безопасно. Дело просто в том, что получается, не получается. И то, что ты хочешь. Идея как бы есть, а идею надо еще реализовать. Ну вот не получается у Андрея очень сильно. У Жени 2 осталось шага до победы. Не, она точная, еще и подбивает шар. Сможет чужого сейчас продолжать, наверное, да? Насколько это выгодно или невыгодно? Будет, да? Это выгодно, выгодно, хорошо, все очень хорошо. И ошибка. Вот до этого все было хорошо. До этого момента все было хорошо. Теперь счет будет, по-моему. Ах, плохой выход. Свою середину, если только, ну, не знаю. Нет, дуплет. Нет, свою середину, все правильно. Кстати говоря, не представил я судью у стола, но я думаю, что те, кто смотрит трансляции «Бильярдной звезды Петербурга» не в первый раз, уже узнали, что это, конечно, Мария Хомина, судья всероссийской категории. И вот так вышел спортивный директор ЛЛБ. Ну, скажем так, достаточно непростой свой стал. Но удар есть. Он и... Ой, нет. Это ошибка. Штраф? Это ошибка. Это вот Андрей по привычке играет в старых правил, когда так играли, но не опасаясь того, что там... И вот эта вот манера, и вот эти навыки, они вот и приводят к таким ошибкам игроков старой школы. Ну, не их вина, это опыт, просто такой, у них такой опыт. Смотрите, сейчас Евгения уточнила, может ли она передать право удара сопернику. Ну, вот получила отрицательный ответ. Ну, почему нет? А вот я не знаю, думаю, кажется, и не знаю, почему. Наоборот, в таких ситуациях можно передавать как это бы ход. Это обязательно? Ну, нет, значит, нет. Ну, ну как может быть, плохо себя вела, просто что-то не то сказала Мария в перерыве. В итоге привело к такой вот ошибке. Ну, да, ее за это как бы наказали. Судьи тоже люди, к ним надо быть мягче, особенно вот быть судьей. Тяжело это, легко это или... Ответственность большая, кстати, Евгения безусловно, на себе знает. Безусловно, это потому что она судит. Судей за их судьбы. Игровые судьбы. Ну что ж, смотрим дальше и видим. Называется, позиция называется «Висит груша, нельзя скушать». Сторож? Да, сторож. Он самый, он стоит сейчас, замазан шаром. Бить шаром, естественно, нельзя. Отыгрываться через тот шар тоже... Достаточно непросто. Надо идти ва-банк по бриллиантовой системе, играть от борта. Кстати, это хороший очень вариант. Очень хороший. Вот это сложно. Сложно. Было очень сложно, но... Ну, что теперь мы видим? Так, но сторож-то не играется, а вот тут у нас теперь второй сторож образовался. Был один сторож, стало два сторожа. Но тот второй не такой уж он и сторож. Ну да, чужого же можно пробить. Можно, конечно, даже нужно. Только вот пробить
биток бы еще увезти туда же. Скажем, не удалось увезти биток. И, по-моему, открыт шар. Причем чуть-чуть резко есть, чуть-чуть оттянуть, и выход под отличного свояка. И, собственно, и все. Ну, знаете, с тещей так никто не делает обычно. Но 24. Сейчас сложный удар стоит у Жени. Чужой с борта, но бить она его будет все равно. Деваться некуда, делать нечего. Бить она его будет. Смотрим. Кстати говоря, есть вероятность, что забьет. Очень хотела. Точнее, была вероятность. Свой в середину. Выполнить его крайне сложно. Нет, не похоже. Женя что-то другое делает. Она просто удачно отыгрывается, скажем. Ну тут немножко неудачи и немножко удачи вместе дали. Вместе дали результат. Да. Андрей тянет в середину, идет ва-банк, тянет в середину, подбивает шар. Подставляет. Подставляет, все, сдал позицию. Сдал позицию. А вот и 25-й. Надежно, уверенно. Встреча подошла к своему логическому завершению. Станислав, я попрощаюсь со зрителями, пожелаю всем хорошего вечера, хорошей бильярдной игры, счастья, добра и тепла. До свидания. Спасибо большое, Александр. Прощаемся с вами. Спасибо, что провели с нами этот бильярдный вечер. Дорогие друзья, мы посмотрели матч, последний матч 1/8 финала турнира «Бильярдные звезды Петербурга». Евгения Желудина одержала победу со счетом 25-18. Ну, что хочется сказать, что стартует следующая интересная стадия. И 4 февраля в 8 вечера мы с вами будем смотреть матч двух Владимиров, мастера спорта международного класса Владимира Петушкова и мастера спорта Владимира Аверьянова. Трансляция была подготовлена для вас командой Лиги любителей бильярда. Спасибо, что были с нами. Ждем вас в следующий вторник в 8 вечера. До новых встреч. Пока.